велосипед, водный путь Иордан. А вот, если мы еще на связи, наши настоящие пацаны, настоящие герои. А вот какая идея у них. А если сделаем на базу Т-80, две газовые турбины, поставим колеса и невырежные, это гусеничные, потому что нет будущего того. Ну, колеса и вверх ресезио, что-то получится как-то, ну, армата очень дорого сейчас, да, а вот, получится что-то, только задумайтесь, вау, и это, как раньше делали, сколько там, ну, сутки были, вот тот Урал, который похож на того, что есть у американцев, да? Вот только задумайтесь, такие колеса, которые выдержат бронепатроны, потом в газовых турбинах на платформе, скажем, Т-80, будет что-то 81, поставят наши пацаны, поставят всю букву, потому что вот это у них идея. И вверх, пусть ресезио, град обычный, да. Вот, это уже против того, и только задумайтесь, сколько таких могут быть производены, и сколько, и как их будете продавать весь мир. Только предаю сообщение. Я извиняюсь, если кто-то потом будет сказать, ты не трогай наши дела. Ну вот, если они спрашивают того, то я, ну, горжусь, что могу, имею та возможность передать такое сообщение. Это настоящие, ну, сердце говорит, что у меня опыт никогда такой не был и все остальное. Но вот если был там, может быть, смог тоже сделать что-то, чтобы гордились. И я гордился, и со мной кто-то так, как я с ними горжусь, был. Ну вот. Все говорят тебе, другой путь, другая судьба, твое дело не меньше важное. Но могу знать. Да. И, ну, спасибо большое за то сказать. Немножко мне страшно, если потом кто-то не будет то пользоваться против нами. Ну как все время пытается это продать, чтобы не, ну вот видно, конечно. Ну, британские бумеры, они с нами, и в том числе вот и те люди, которые еще не сошли с ума в Польше, Войчик, ну передаю привет тоже. В наших войнах они поддерживают. Ну, как не можешь их поддерживать, когда смотришь на все, блядь. А вот, может быть, те тоже наши, да, да, я получил сигнал, людей из горах. Но да, спасибо огромное, что мог общаться напрямую с нашим генералом Рамзаном Кадировым. Ну, общаться с такими людьми, как, конечно, это самочувствие выглядит, как будто... Ну, Дон, да, скажи, что он говорит. Дон, он говорит, Дон, идем, а-ля Куакбар против тех шайтанов, Дон. Вот, ну, обещал он, что все грехи он с радостью будет там. Обещал он, говорит, я ж пример буду, блядь, я ж свое сердце за спиной ребят не буду прятать, наоборот, я же, они могут прятаться за мной. Ну, так говорит, ребят. Ну, конечно, у него тоже другая судьба, другие дела. Если он выполнил все то, что обещал, пусть, ну, все те, которые обещали. Да, таким образом понимаем, там, что в Турции тоже, там, как дела на самом деле должны быть. Вот.
Ну все. Да, конечно, что все это связано. Как физика. Все те системы, которые долгое время работали вместе, получается, она самая система. Не знаю. Может быть, это второй закон физики. Возможно, мог знать точно. А может быть, не те три Ньютона. Ну вот, они выглядят по-другому, а опять зеркальный образ, только на той самой. Ну, каждые другие, до них можешь достиг, если есть следующая причинно-следственная связь, конечно. Вот, да, британские бумеры. Мини. Ну вот, так потом говорят, остальные бумеры, вот, иллюминаты, мы уже будем с тобой. Ну, долго, много раз они показывали, мы с тобой, блядь, мы с тобой. Дэвид. Возможно, не могу знать. Только я опять говорю, что там есть разница часовая, есть дня, есть все то остальное. Если вы можете это исправлять, пусть если нет, пусть чтобы кто-то не воспользовался и того продал где-то. Я не знаю, как стоят, надо, чтобы видно было все время, кто мы на самом деле, да. И да, что мы идем против. Все эти предатели в мировом аспекте, которые не хотят заплатить свою вину и дать нас та возможность, и та санкция, и то ощущение, чтобы шли мы быстрее. И там, где они неправомерно находятся, а потом, а там пусть наш шанс дали, чтобы показать на самом деле, где были бы мы, если они все время нас не мешали, не останавливали. Надеюсь, что это получится как-то. Ну, должно быть, конечно. Вот говорят, все-таки богини приноси ты, блядь. Это они должны брать этот. Решиться или нет, потому что, конечно, вот что будем делать, мы мужчины были самые лучшие в мире или нет, то вы такие вот, да. А если женщины нет, да, так что ж, они сам должны. О, все время говорят, вот они уже давно как. Могли допустим? Они уже давно как тебя поддерживают, только хочет, чтобы ты был такой, как у них нравится, и конечно, вот что ж, выполнял то все, что твои обязанности, я говорю, блядь, я буду больше, чем вас радоваться, если могу это сделать. Там рада, вы захватили банковскую и меня здесь, на Западе, то не позволяете сделать. Дайте тогда доступ у меня, чтобы был на мою землю, там все уже будет по-другому. Надеюсь, сейчас скажу. Будем закончить и тот ролик, как все остальные. Если будем жить долго и счастливо, то вот поживем, увидим. Спасибо всех. Знаете, что я всех люблю.